то, что меня сейчас в рейд берут. Говорю же, дрищ заходит наверх. Вот, дрища, зачем меня? Давай дрища, у дрища Т4, 4Т4. Я пока отменил сумон. Ну ты пока в шестой пойти. Да. Его там мимо и нету. И холика того нету. Какого ну, того в принципе, холика? Есть два хапала и два друида, нормально. Ну, пристал. Этого нету. Да, Гарик, я уже закинул. Давайте присмотрим его. Роксай, заходи на паладина. Он тоже тут. Да, все есть. Еще раз умейте, пожалуйста. Все, скрин сделал. 25 вот пока замену кикаю. Оптикс, ну сейчас посмотрим, кто косячит, того меняем. Замена есть. Кто умирает, кто плохо бегает и так далее. Так, давайте. Возле огурцов рыбу поставил, кушаем. Еще разочек сманите, все равно не прошел. Значит. Все, прошло. Эти масло мажем, фласки пьем, бутылки на хаспоты все приготовили. Как минимум под одного жука. Точно давайте. От первого червя. Ну, ханты больше, понятное дело. Хорошо. Танчу я и Войд. Войд второй, я первый. Нет, фласки ока нельзя. СС кому не давать? Да, СС давайте раздадим. Кубоп. А, Исполин, ты в ТЦшке тут. Нет, куда бы менял. У нас альтернативы нету просто. Так, Кубоп давай в Исполина, Гудлик в Синкея, Дрищ в Сузу, Пару в Идеального, Тенка в... Давай поговорим немножко. В Карнеса. Да. Невер микрофон. Надо кидался за утро просто. Невер микрофон. А, Исполин, сдай, пожалуйста, всех. Нажми там кнопочку. А чё у вас с масками, ребят? Кубоб. Приста бафа у Кубоба нет. Войд. Спел с сапротом. Ну ладно, сапрот можно хилу. И подарите каску, пожалуйста. Ласка. Мне этого достаточно, чтобы вас хилить. В смысле тебе достаточно? Давай. Но мне достаточно. Мне достаточно. Ты мне не веришь? Просто выпей БКшню. А если типа, нет? Есть правило, пьем БКшню. Если нету, сейчас дам.
А можно каску, пожалуйста? По локо. Спасибо. Да, пристабав, дайте, пожалуйста. Кубов, ты перепил? Это все вижу, ты перед сильный. Перед поломанным стал. Хорошо. Так. Я танчу красную. Войд танчит зеленую. Войд, стоишь вот здесь. Милики стоят в зелененькой меточке, чтобы вас не откидывало. Эльфы бездны в чат плюсик, пожалуйста. У нас то синьки только что ли, бездна? Идеальный ты тоже, да? Spellbound. А, я прослушал, что я? А, эльфы бездны. Да, я кину, да. А, и Spellbound, хорошо. Когда будет плевок, ну просто делаем дорожку из ауешек. Ну, которые это, на пол ложатся фридумы. А, ну, от зеленого к красному. Красный будет вот здесь, вот в лиловой меточке стоять. Примерно. Ну, на полпути, типа, одно сюда. И куда-нибудь сюда скиньте просто. Ну, посмотрим, на кого плюнет по ситуации. Все метки убираю. Займись огонь, паладина. Ох, флэш. Слушай, хорошо, что ты тут. Давай посмотрим по пулу, если что, поменяю. Я запустил. У нас минута есть. Да, в центре держим. Наглая рожа, когда истерию тебе давать? С пула? Хорошо. Ну, я поставлю и дам тебе. Короче, фласка БКшная, да, 300 хп меньше дала, чем ЛКшная. Так что закончится, потом ЛКшная выпьет. А, рейндж держим. Питомцев своих локи поставьте по краям. Маги тоже самое. 10 секунд. Четыре, три, два, один. Быстрее. Что там, на четырех? А, давай на трех. Под босса снесли. Если уж выходим. Все. А, забрал, отлично. Я только спалю. Что, достаешь? Да, достаю, боб потом сниму. Гарик, дай иннер Карнеса. Наглая рожа, с полбаунда сейчас закинешь, босс умрет. Так, этого я забираю. Войд, поставишь аккуратненько, ну, повернешь. А в доту не забудьте. Да, под доту или боссы. Все, герои свичнули.
100. Меня плохо, хорошо. Кстати, кстати, дует. Разморозил. А, большого пока ставьте на себя. Войд, я заберу этого, мы ж меняемся. Войд, забери этого. Угу, там лужа. Отверни рыбу. Отвернул. Лакрима есть стать? Разморозьте. Нет. Бэри. Забрал на себя этого. Того добили? Того добили, да. Да. Поднимите рейд. А, Гарик, подними Вара. А идеальный подними Пирекса. Я рдру Бэрну. Лакрима. Хорошо. Войду кого резать? Кару, Дрища? А, как Кару. А, Нагвай Рожа, подними Дрища. А я кого? А, подними Анона. Вторая бать Вар. Сейчас уже 2 секунды, поведу в сторону центра. Дует. Мелики вышли. Пиздец. 28 тысяч что-то ударил. Боссов, рев вышел. Вот, есть БР? Нет, я же с Карлом. Черепочек. Ой. Ну да. Давайте падаем. Так. Как у нас столько человек упало? Ну там это красный плевок был? Да, огонь красный. Ну, для разогрева неплохо. Надо было на первом трое нихуя не СС не давать мне этих БР. Надо было делать. Так, хорошо, рыбку поставил, возле джерса стоит, кушаем. Слушайте, вопрос такой. Фласка скельдонаса, которая... Они продаются на аукционе? Или только на стой сопротивления на аукционе может продаваться? Которая за... расколотого солнца в баджике. Они не работают нигде, кроме там. А, нет, ты не понял. Вот рецепты не продаются. Я помню, на что сопротивление продавался. Типа, ну, на X2, быть... на X2 продавался. А здесь не продаются, да? Здесь нет. Здесь. Причем пока что на 100 сопротивления живет. Да он... Понимаешь, я БКшную выпил на ХП, она меньше ХП, чем ЛКшная мне дала. ЛКшная, потому что выученная, там прибавка от мицелогии идет. 300 ХП больше. Имя. А что ты себе рецепт не сделаешь? Так как я рецепт сделаю? Я это, блядь, шею делаю. А, понятно. Ну там 6 ноября уже будет. Потом через 3 дня сделаю рецепт. Тогда приставав по рейду. Слушай, ну по зеленой сейчас хорошо заехали. Растерялись, когда в красную побежали. Вот, мы с тобой меняемся. Войд повернула и как раз дыхание двоих сразу показало. Да что-то, блядь, ну поменяемся, но. Блин, Петр постоянно дохнет, я его в стороне стоит, все равно дохнет. Тот к нему подбегает и уже.
Ожидайте. Все, вижу. Добро запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смог... А что кулаки дали плохо, но не каст? А, каст, конечно, ледяной короны. 4-1, в принципе. Чита героям Альянса Тирион. Все БР на колени. Сколько у нас БР? 5 штук. 5. Напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды... Войд, Гарик, Клима идеальный. 5 штук, да. 5, 4, 3, 2, 1. Может, на 5 все? Нет, ты меня на 3 собирай, потому что там сильно долго получается. А я у тебя как у меня спадают. А, спаубаунд под босса. В черепочек. Карнес. Карнес. Да, я случайно не свистнул. Да, дайте ему. По боссу. Играем. Все, свистнули, гер дали. Смотрим, где выкапывается. Давай себе. Закинул. Уже стоит. Уже. Ну, вот, сейчас еще ну, да. Да я тоже замерз, меня бы разморозить. А там вон на кого огонь кинулся, я не понял. О, Крима. Не знаю, не надо ничего вырить. Падайте, пол рейда мертва. Так еще не откатились, еще минуту ждать. Хуево стоит у меня. Да. А вопрос, зачем так было делать? Да там... Ну, в смысле, зачем кислотно было хуево? Там как что, зачем?
Их сейчас побыстрее надо было. Ну, кислотного повели к этому когниту. Да, да, ну, странно же. Она появилась так. Не-не-не. Червяк. Тот, который ползает, не надо сразу вести. Типа, мы так не делали. Ну, во-первых, там, ну, при, ну надо было бежать для него, чтобы подамажить. Во-вторых, типа, криво получилось. Можно, типа, оставить ранжей, чтобы они зеленого добивали, а милики, чтобы этого от меня отошли. Ну, просто мы много за Геру сносим. Типа. И меточку бы надо оставлять на этом, на боссе, чтобы видеть, куда он ползет. У вас без меток опять они. Они есть. Донт, а еще круче немножко, знаешь, 3 секунды эту зеленую не отводить, чтобы мы начали огненную, чтобы мы еще чуть-чуть прокливали бы вообще идеально. А потом на этих, на ботинках. Там лучше кидается. Да, я знаю. Ты просто потом ботинки врубаешь, но я на стримах видел, и челик просто мгновенно отбегает. Нормально там получается. Ну или портал твой. Ну да. Портал могу отдать, ботинки не хочу на это тратить. Там 3 минуты, когда... Мало ли куда бежать, еще придется. Тогда делаем, давай лучше как-то делать. СС откатились. Ну вы начали нормально первую фазу проходить, теперь троите на второй. Кто вы-то, кто вы? Ага, Донт, понял. Донт из Кубова. А, нет, это... У кого-то лагает очень сильно. У Донта, наверное. Не, я просто предлагаю, что после Геры, типа, милики пошли огонь бить, а РДД добили это зеленое. Ну, кислотное. Переподключился лучше, слышно? Да, да, да. Тенка, ты отдал в СС? Сейчас. Не, рогов у нас нету, армс есть. 4% урона есть. Физически? Да, да, физ. Нету хасты от Лена. Спел хасты нету, Валк? Ставь этот тотемчик на каст 5%. Так, по СС, Тенка. На Корнеса, все. Кубоп на идеального, Кару, давайте на каких-нибудь милишников, на Анона, Гудлик, на кинь на себя и Трищ. На Лакриму. Да, на Лакриму, да, да, да. Сейчас, а что, как червей будем бить? Как предлагали или как обычно? А что было предложено? Это то же самое. Ну и чтобы нет? Зеленым их РНГ добивали, а красным типа били. Типа у него хитбокс больше. Дальше милики от него будут стоять. Ну, господи, сейчас видишь? Посмотрим, куда они поплывут, но да, да. У нас красная вылазит первая. В нее можно уже сразу идти свечить миликом. Ну и РТДшником тоже. А потом появляется только зеленая, выкапывается. Ну, после того, как зеленая второй раз выкапывается, ну, типа, после Геры она закапывается и выкапывается, и вот когда она выкапывается, да. Добивали зеленую, а милики пошли красные. Ну, как 300 тысяч останется, свечники по милике пойдете в другую бить. Это еще раньше можно, 500 легко. 3, 2, 1. Не сбоку, а прям под попу ему. Стака заберешь? Блять. Я так-то забирал. А ты забирал, это я сорвал, что ли, опять? Не, ба, не стопнул. Сколько там секунд? 20. Спал под босс.
забираю. Я забираю. А наглое оружие в... А тоже в карнесу скинь. Да, толку нет, наверное, уже, да? Угу. Есть толк. Там 10 там человек умерло. А, там 10 человек умерло? 8. Это что, токсин так убил, да? Или что, я что-то не заметил? А, я, ты, да, да, да. Ну, зеленая вот эта хуйня. Да, это... Нет, брызги написано. Брызги. А как брызги? А что это такое? Как милишников, которые стоят вот там, вот убили. Да, я тоже не понимаю, блядь, как так. Сорвался. Ну, я точно знаю, что на меня сорвался босс. Ну, это зеленый сорвался, да. А красный как убил всех? Не, красный убил только с ПВО. Он стоял там, это, ну, куда я отвожу. Ну, он раньше держал просто. Надо мне отводить проще, лучше. Кубоба, ты гестрик? Нет. Афлик? Серый зеленый убил. Он демон. Он демон, да. Ну можешь, чтобы меньше агро набрать, накинуть на второго червя там порчу, там еще какую-нибудь хуйню. Я этим занимаюсь. Все равно взорвал или... Нет, я просто сэкономил рожков и не увидел агро. А у нас один хан, да, только? Нет, а где нету? Так... Оптикс, давай я тебя поменяю на флеш. Флеш далеко? Че, он больше флеша дает? Точнее, здесь сиди. Подожди, а флеш вообще в войсе? Да, да, я здесь захожу. А, все, хорошо, давай. Вкратце, может кто сказать, в чем отличаются три спека хантовских для ПВЕ? Ой, да, вкратце не получится. Ну, типа, я знаю, вот стрельба, это что? Это типа. Ну, стрельба, вратарь. Это считай как комбо-трок. Стрельба, это стреляет. Поставьте шкаф с манем. Выживание как можешь. Не, стрельба это ты стреляешь, выживание выживаешь, а БМ это БМ. БМ это могила. Это могила, да. Ты в ментовке что работаешь? Да. Я да. Ну, я не сомневался, бля. Топовое объяснение, бля, я такое и хотел. Наврат, ты в какой ментовке работаешь? В третьем? А какие бывают, подожди. Ну, там по номерам. Ну, до шести. Первой.
Я номер один. Я в четвертый. О, кайф. Шкаф. Давай, Каро, давай ты шкаф. А, поставили. Тыкайте. Где поставили? А все повисли? Тенка поставил. Да, повисли. Что-то не тыкается, да, на месте бегут. Да, может. Да. Все зарупал. По-моему, донт вагон. А ну систы там начали орать. А как вот этого челика не могут забанить, который там всякую херню пишет в чат? Какого челика? Ну в чате видел? Сколько он уже не вы все умрете, подайте с кишками. Да, что-то такое. Это Вовпро, у него просто лоялка высокая, его разбанивают сразу. Это будет со второго аккаунта. Был же какой-то чувак, который на спидхаке летал, я не знаю, неделю что ли, там, или несколько дней. Его никак не банили. Сбанили, он сразу опять появлялся. Ну да, я вот помню, качал Твинка ДК там. А как такое делается вообще, мне интересно, блин. Напиши в этом в Ютубе типа топовый баг на Сирусе. Ой, топовый чит на Сирусе, там есть чит, который этот можно. И типа рейндж, короче, хитбоксы, типа, у мобов уменьшать, и они, короче, тебя типа бьют визуально, но типа урон не проходит, потому что они на тебя на расстоянии находятся. Ну так можно в РБК соло ходить, получается. Угу. Да и так можно, нет? Не пойти какой-нибудь ход. Ну ничего, вы молодцы, вы лучше делаете уже. Ну, не терять пауриды. Ну, на второй фазе троя начинается. У меня вообще с этой хуйни пукан горит. Почему разрабы сделали так, чтобы плевок был случайного? Нельзя, что ли, было по аналогии с тухлопузом, с гниломордом сделать, блядь? Нахуя он нужен случайного? Если у тебя, блядь, мелизона стоит, 10 человек вокруг червя бьют его, блядь, кидается в них любой токсин, либо огненная хуйня, все это вайб, блядь, там, ну, хуй что сделаешь. Ну пошли в Blizzard, узнаем с тобой. Сука, там надо разнести, блядь, что за хуйня. Они и так уже накосячили, там, домогаются до сотрудниц. Что они там делают? Зато маунта добавили. Это еще сотрудники молчат, так что. То есть мы еще не все знаем, оказывается. Да. Если бы я, блядь, Blizzard работал, я бы пофиксил эту хуйню. Я бы Волонир по-любому сделал бесплатно, блядь. Дайте ему ЕП кто-нибудь. Здорово. Я отвечаю, просто создаешь хила. Вот если ты, ну, выбор такой, знаешь, окошко. Хилить, дамажить. Или бить миликом Энхан там. Вот кто хила нажимает, сразу волонир бесплатный дается. Ждите, а ну тихо, успокоились. Отец, ты вернулся? Спускает. Да, это так. На следующем когда уже начну? Первые 5-3 дня активно играть буду неделю. Что там на X2? Ай, что-то сходил вчера в Эдик. Не понравился мне мах в 5-м. Ушел. Люк, это ты. Маги не дамажит. Все, ладно, Бёрн, не флуди, ну камон, типа. Зашел, столько флуда от тебя. Да, ага, что у вас там ребут сейчас, да, я слышал? Да. Ебут. Так, Саш, привет. Привет. На понедельник в Коржан. Нет, на понедельник я работаю. Во вторник Коржан желающий есть? Да, есть, пойдем, помогу. Тут все сильные, в Коржан кто не ходит. 211. Мы в ВВК идем же. А, запускает уже. ВВКшка 8. Можем после нее. Ну там типа на час времени ВВКшка. Запускает, ребят, заходите. А пока лагает еще, сейчас тут заходить. Понятно. Короче. Что делать, шамана ренегата?
меня уже 211 шаман, я уже там, блядь, РБК прошел, блядь. Но учти, что профы качать неудобно будет. Да я вкачал уже профы, блядь, мне 4 профы. Все, делай, конечно, все. Я за 2 дня пуга рейдов поднял 80 тысяч. Очень удобно, мне нравится. Я срулил плечо, которое у меня было, и продал его чуваку, который мне хотел купить его. Дискон опять? Опять, да. Это почему ты его продал? Ну, один я продал за полтинник, второй продал за 35,5. Токены за полтинник покупают у тебя? Да, да. Ну, я говорю, типа, вообще-то, как бы, уже продают по 60, посмотри, вон у экзалтедов. Он такой, ну да, да, видел. Говорю, ну, вот, говорю, типа, ну так уж и быть, у тебя, короче, 3 куска. Ну, мне просто он сильно не нужен, Навара, типа, я румсом бегаю. Я говорю, типа, ну так уж и быть, у тебя есть 3 куска, ну, я сжалюсь, давайте, десятку скину. Вот, и, короче, типа, продал, нормально. Ну, я, Скар, за пятнашку продаю, не больше, типа, это... Ты можешь мне говорить, я буду договариваться с людьми. За это еще проценты брать, да? Угу. Ну, естественно. Ну, ты также свою пятнашку будешь получать, я остаток. Двадцать пять. Ну, смотря как разводить, поэтому, да. ЕП для лохов, голда, выбор мастеров. Вот если бы у меня была четвертая випка, я бы уже пошел на остров и докрутил бы себе четвертый кусок. ПП сила, ПВЕ могила. Гудбик сила, дрищ могила. Согласен. Гудлик, дай стука. Так что, у вас заходит у кого-нибудь? Нет. Нет? Нет? Хуёво. Гудлик, давай я пугам буду рассказывать, что ты 15к даешь, и мне 100к дашь. Тебя будут везде брать в рейбе. Да, ну, в общем, всем рассказываешь, что у нас 16. Можем этот, еще попросить Кубоба, он отфотошопит тебе ДПС в рекаунте. Скин, скрин я сделаю. Да, как не херпень, можем 18 нарисовать, если надо. Ну, 18 много. Хоть меньше рисовать, зачем меньше рисовать? Да я больше нарисую, давай, скидывай. Потом тебе с экзальтедов напишут. Напишут, да. Скажу, что за хуйня, давай к нам. Сейчас шестой кусок Т4 отдадим тебе. Угу. Ну я пошел искать ДПС где-то. Жаланир дадут, блядь. Вместо жезла будешь жаланир. Мы тут это движем. Как номер, блядь, токены продавать. Мы тут скинулись гильдии, вечный холод, короче, зареал приобрели. Тебе куда сбросить? На какого перса? Почти России придет. Хоть бы кто один настой дал, блядь. Гудлик, блядь. Не, я купил 3 штуки. Подарок. Купи 4-й подарок. О, говорят, сервер встал. Пущает. Не солгали. Два трая и 20 минут сервер лежит, сука. Как на магии фигуру любят 3 часа проходили. Без грязи, вспоминаю. Самое хуевое, когда голову Мимироном не откатило на циркуле, блядь. Потом я ее наныл, вторую отдали. На X2 какие токены с льды падают? Заходите, пускают уже. Ну, говорят, 290, блядь. А может, и 300. 290, по-моему, в этом. Значит, 300 какие-то. Может, 297 будет. Хуй знает, я не знаю.
там загружаются, пока все будут лагать, наверное. А, да. Ну, все бегают на месте. Всех, всех ник неизвестно. Дон, давай пока споем песенку нашей гильдии. Это подлагивает, мне кажется, сейчас разлагает. Хотя, может, опять ляжет. Дон, давай споем песню. Давай, мы белорусы, мирные люди. Все, дайте Google Диплой. ИП, ИП. ИП. О, там опа. Давай, а наваливай. Просто играем, блядь. Это кто, наглая рожа? По-любому он. Он самый позитивный в гиле. Давай, Цоя, забабахай. Или Корнес. Это сталкер, нахуй. Гражданская оборона, все идет по плану. Шаришь. Я бы спел, но не сегодня. Цоя знаешь, Цоя знаешь? Я все знаю. А, Рокснайт, да. Можешь отрелить под музыку вот так? Под гитару? Типа там Дон на пул, на... И сокру, не проеби. А Высоцкого? Высоцкого знаешь? Смотря что. В одном подъезде жили, да? Лично. Не, ну, что-нибудь я вообще. Поставил рыбку, кушай. Так, надо передать. Да вроде бы что-то знаю. Ну, корабли, например. Ну, оно жестко. Спеть или сыграть просто? И то, и другое, ну, типа, сыграть и спеть. А, расскажи, пожалуйста. Да-да-да, с ума надо. Поставите шкафчик. Покушал. Перезайду. Не все, надо это, вечер караоке устраивать, да? Это в Ульдуаре уже, давайте уже соберитесь немножко. А что так к Ульдуару плохо относиться? Нельзя в Ульдуаре что попало делать? Мы еще кого там? У кого там телевизор? Поставьте огурчики. Не знаю, это возможно у меня там это сосед рэп поет. Ема. Так это хип-хоп, точнее, да. Так это рок, он только что играл на гитаре. Прикинь, сосед на гана, нахуй. Прикинь, сосед. Потом такой-то сосед, он типа заехал, покрасил одну огромную стену, там метров 6 на 4 вверх. Белый цвет набил огромную... граффити на него, и вот поет рэпчик. Что-то... Слушай, это по-любому Rocksride. Нет. А ну подруби вебку, сейчас тебя спалим. Соседушка. Приставал дать. Так, давайте рчек. Оп, дрищ, спал. Спал, чего не хватает? Да-да-да, есть. Он адекватного пинка. Ого, весело. Что, разлагало? Ну, релогнись, бывает, помогает. Почисти кэш, релогнись и засунь себе его в жопу. Спасибо за поддержку, блядь. Что это такое? Вот, у меня в Юве есть. Из-за чего же? Ну, это у Изича там, блядь, ролик был. Так, мемы нужно делать, получается. Нравится работоспособность, я вам устрою чарж текстуры, сука. Все, походу, все готовы, давайте, запускаю. Огурцы возьмите, кому нужно. Серебряного авангарда, и без колебаний откликнулись на него. Ну, значит, работает. Стажеры приходят. Так, стоп. А, Дрич, давай ты на Корнеса. Кубоп, ты на... На Корнесе есть, СС. А, на Корнесе есть, хорошо. Тогда на Лакриму. Гудлик на Исполина. Тенка на Аноуна. А, Кубоп... Да, я с самого начала говорил. А, хорошо. А, Кубоп на Аноуна есть? На Аноун босса? Да.
Где он? Попрыгай. Не знаю. А 7 секунд у нас. Нет, на нем сос. Попрыгай. Ладно, давайте, забили, босса бьем. В обдисцикса дай. А, Войд, вперед, чё? Ты где стоишь? Ебать. На нас кинуло там. Блять, ногой рожи. Стерю тебе не дал. А че меня так бьет сильно? А у меня, блядь, 23 стака. Че, огонь задевал? Что происходит? Я до сих пор, да, огонь задеваю. Забери с меня. Ты мой стрим смотришь, наверное? Да, не худи. Заберу сейчас. Карнас. Давайте вот этот черепочек добили. Его хпшный. Встань поближе под босса. У нас на двух хпов. Добейте один из них хотя бы. Все хорошо. Так, хорошо, в окриму зальешь. Войд в Корнесу? Не, в СПО лучше. Я уже залил в Корнесу. Хорошо. 2 минуты назад. Нут. 5, 4, 3, 2. Он покатился. 1. Герм с вечными. РДД очень плотно стоит между собой. Стойте, дует. Дует. Хорошо, всех подняли. Черепочек выкопался, черепочек забираю. Кастеры. Не-не-не, давай. Ой, там поменялись? Угу. Мастер, ару готовьте. На меня плюнуло. Отвожу ее просто, сейчас 2 секунды будет ложим. Абдикс лежит. Не будем стреляем. А, окремом Бернишевым. А, Тенка, подойди ко мне, разморозь меня. Черепочек поставил. Блять, нет, ладно, я заморожен, ничего, забейте просто босса. Ой, пиздец, он в лужу полез. Ну сейчас ходячим. Так, какой там вылез? Это красный. Нормально, у меня 19 секунд. Просто танчиво. А, уйдите. Да, поверни его в стеночку. В стеночку просто поверни его сейчас, да. РПД, разойдитесь. Дует. Корнес, там лужа. Идеальный, дай по мне БР. Даю. Прибавку ДКшки, когда закопается. Червяк. Я заберу Рево. Пробафайте, Дунта. Забери у меня Рево. Сейчас. Блять, как?
Танчи самого. Так. Мне нужно червяка сейчас забрать. Я заберу, он стоящий сейчас будет. Вас сейчас лужу откинут, увидите? Щита морды. Прожимку давай. Ну, поиграем. Незыблемость отдал. Смотрим, в кого бежит. Хорошо, червяка играем. Заберешь врёва? Угу. Ставишь его в центр также, чтобы нас всех не задуло. Все, смотрим, давайте его под щиты орды встали. Потом заберешь кого-то БР. Пока подумай. Давай, забираю. Кого резать? А, дрища. Сука. Не, синке. Смотрим на ком, черепочек. Отбежали от черепка. Ну, классно. А что это было? Ну, он просто врезался. Потому что портал, мы встали по 4 орды встать. Мы не встали. Да то синке я резнул. Кого резать? Карнес. Кару. Да зачем сейчас? Просто пробуйте, ну типа не пройдете по ТПС. Он уже два раза. Хотя да. Что-то проблема на второй фазе, как-то хреново, типа, мы лучше. Всегда на червях была проблема, но. Не-не-не-нет, на червях мы лучше переводили. Сейчас 50% вылезает, до этого выводили на 20. Но типа, тут уже лучше мы не сможем. От палка отбежали сейчас. Стоп. Давайте просто побегаем. Аскант опять умер. Вот вроде ни в чё не врезался. И там, видишь, бафы надо дать, он просто топотом убивает. Мне нравится, как все стоят вокруг арены. Нет, чтобы в одно место все встать и шибануть. Вот, да. Ну я сейчас попробую с компа зайти в Дискорд, я буду ГП-то раздавать. Тем, кто не слушает, о чем говорят. Вы же сказали, возле щита Альянса. Он побежал вообще куда попал. Куда? Кардия. Не. Я сказал Кардия, да. Кардия, да, вообще. Ну просто про то, что именно стакнуться в одну сторону, это да, это претензия обоснованная. Люди этого не делают. Ну да. Не, ну, понятно, здесь пол рейда мертвых. Так, хорошо, ну ладно, с червяками разобрались, теперь рев остался. Пиздец, конечно. Слушай, ну не совсем разобрались, потому что... Понятное дело, наверное, я ж вижу. Вот, типа, как-то у нас просто опять же, что было. Первое, что такое синки? А, так и было. Отдал. Ты хочешь, чтобы я лучше с другой стороны положил? Ну давай, сделаем. Ну мы так пробовали, но что-то хуйня получилась. Там... Ну типа, это клип будет. Может, за счет егошнего блинка можно успеть. Либо с Энжо, либо с блинком. Да, он на такое я ничего не могу. Время дуть, когда ты будешь вести его. Нет, просто вопрос в том, что вы сейчас просто таргет на хуже играете. Даже дело не в кливе, потому что в прошлый раз было меньше ДПС немножко, но при этом мы выводили червя на 25-30%, 30% это хреново было. Ну да. И на реве я не понимаю, почему все разбегаются в разные стороны. Для чего это? Ну, сейчас паника была, потому что у вас есть очень паладины, много, которые могут снять, если что. Это тоже. Так, у нас... Половина бежит вообще далека. Ну все, хорошо, ладно. У нас выходит рев, мы рев ставим в центре. При этом у нас должно быть... Он дует конусом. У нас рейд должен поделиться, ну, хотя бы на две части. Чтобы всех одновременно не задуло, и мы не теряли ДПС червя, пока рев у нас есть.
Потом у нас рейд выходит, мы встаем, либо, ну, я просто даю команду, в какую сторону, в зависимости от того, где больше рейда стоит в данный момент. Вот те щиты мы встаем, и вставайте все. Нам всем оттуда проще, у нас один хант, у нас будет один всего аспект, у него есть рейндж. Да смотри, в комнате 4 щита, можно лицом в щит босса держать. И у босса есть левая и правая нога. Можно распределить пати миликов с левой ноги, пати с правой, и пати РДД с левой, пати с правой стороны, и все. И также хила, 2 хила с левой ноги, 2-3 хила с правой. Или один хил перед лицом, чтобы в него точно не подуло. Хотя рядом с боссом стоять не варик, потому что он вертушку дает, дамажит и откидывает эту хуйню. Пирекс, тебе куда там? Наук. Ой, дайте шкаф с умнем Пирекса. БР 5 минут. Но у меня, в принципе, есть БР. Ну, ближайший через 3 будет. Так в итоге Синкей то, что писал, он писал свести червей, да? Ну там видишь, какая хуйня. Там, короче, он дает лужу. И он после нее, по-моему, секунды через 3 дает блевотину. Или 4-3 там, или 5 секунд, там прям быстро, блядь. Там хуй успеешь. Ну это я не знаю, это либо на НЖ пробегать. Не, там успеешь, я уведу. Либо НЖа, либо блинк. Ты понимаешь, пока ты будешь вести, уже закопается. Нет, он после лужи не сразу закапывается. Подожди, да вы о чем? Ну после лужи он сразу дует. Дует. У нас босс выходит сюда, я его просто увожу вот сюда, вот здесь оставляю лужу, ловлю задувку и подвожу его вот сюда. Так как это, к этому времени он закопается уже, алло? Да не закопается, ну, он. А, посмотришь. Значит, ну я... хорошо, закопается так закопается, у нас в любом случае он сейчас закапывается. У нас в худшем случае получается то же самое, что и сейчас. Вся хуйня в том, что... По-моему, стоит попробовать. Пирекс тут? А Пирекс тут, все, я запускаю. Приста бафа нету. Мне кажется, Дон, только на NG это возможно пробежать. Потому что... у меня есть блинк, у меня есть NG, да. Там просто реально вся фишка в том, что если милики не уберутся из-под морды, если ты босса не поставишь к этому времени, блевота начнется. И блевота должна начаться, и чтобы перед ней никто не был. Она вот, сейчас котом покажу, вот в этот косяк должна быть, вот в левый. Типа вот в этот косяк твоя блевота, и ты сам уже вот тут стоишь. Ты чё? А в какой косяк? Нет, конечно. Ты вот потому что ты стоишь вот здесь вот, да, босс, где ты сейчас стоишь. А, ну и плюет он, ну и дует он в щит Альянса. 10 секунд. Он 5 уже. 4, 3, 2, 1. Забрал. Еще раз. Ты берешь? Руник дошел.
5, 4, 3, 2, 1. Куда нам шла? Сам уходит. Массейв готовьте. Так, я стоячий. Играйте по торчащей пока. Играйте, играйте в нее. Скажешь, когда появится. Появится. Вылазит. Идите уже. Подготовьте мастера в огонь. Спонда. Положим. По мане смотрите хилы, чтоб не вы. Охуенно, мне понравилось. Захаркал, сука. Да. Это что было? Кстати, видел. Это после лужи. Да, она кидает лужу и начинает плевать. А, и она как танк так водит. Она как-то в рейд повернулась, да? Да. Да, но я ее начинаю от лужи отводить, получается, она боком идет, и она заплевывает. Ну, там я это не успел ее повернуть. Надо просто, чтобы, ну, блядь, люди тоже знали, нахуй, ну, блядь. Ну, вот ты ведешь в одну сторону, допустим, чтобы они не были под лицом, там, конус широким, блядь, 20 градусов. Да он как-то упал, она развернулась, она развернулась в рейд просто. Ну, так как-то повел неправильно. Там, блядь, 120 градусов, считай, блядь, треть круга просто. Или сколько там, я не помню, 110 или 120. Да хуя конус большой. Лужа, кстати, вперед не приходите в центр. Как смотрите на центр, слева от центра, вот где трупы лежат, туда не ходите, там лужа растет. До локода растет, немножко назад отойдите к воротам. К воротам, к воротам, к стене прижмитесь, там невидимая лужа. Еще секунд 15 будет лежать. Чистенький, то что вот я сейчас это вот поводил ее, у вас получилось поклевать? Да. Ну хорошо. Ну немножко, да. Потому что там, ну, что я сейчас таймингами буду, что надо делать, там неудобно. Там типа одна лужа, потом через 10 секунд еще одна лужа. Лужи там нет второй, там АУЕшки две только. А с лужа потом... Нет, там АУЕшка. Я слышно? Он вторую лужу не кладет, слышно. А, все хорошо. А кто знает, как-то можно увеличить экран в Дискорде? Что увеличить? Типа стрим в Дискорде. Ну можно на весь экран сделать. Как это сделать? Ну там кнопочки есть. А, два раза по нему нажми просто. Два раза нажмем, и следующий стрим врубается. А, ну можешь мой посмотреть, хочешь порублю? Ну где? Ладно, похер. Он тебе на Твиче включит. Иди мемо посмотри. Что для кого я их делаю? А, Джефф, если нужно, кому-нибудь починитесь. Кубок готов? Конечно. Угу. Запускаю. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний ответили. Я не знаю, она почему-то иногда проскальзывает. Типа вот отходит, но дальше. У Вовброп есть приставов. Я предлагал это 7000 после первого трая. У Вовброп нет приставов. Все, есть, спасибо. Она типа обходит что-то, когда ты быстро перебегаешь. Но или косяк там какой-то невидимый обходит. Ты имеешь в виду червяк, да, скользит? Вот все нашли. Ряды
Да хп девается, блядь. У вас крики разные, хп дают или что? 4, 3, 2, 1. Стопаю автоатаку, забираю. Внизу, да? Четыре, три, два, один. Еще раз так будет. Води. Уже выкопал, смотри. Смотрите, с круга там сейчас. Выкопался. Могу наглого поднять. Да, подними его. Давай. Там мелизону закинул. Позже 5 секунд поведу налево. Ну, от вашего направо. Есть еще БР. А, дай повалку. Льет. Надо тоже волку поднять. Пришел, наглая? БР пришел к тебе? Я спокойно стою. По звездочке, по звездочке. Давай, дай мне, пожалуйста. Дайте масс-бафы на хп хотя бы, умирают же. РДДшники, просто не знаю, свищники, если добьете ее. Велики, играйте по черепочку. Ой, твой, череп-то, череп. Дует. Масс-акру. Да, это тут уже... Да, уже. Да. Это что трай был, к сожалению. ДП или да. Не, это было не так надо свищить. Там 5 лямов, блин, хп, по-моему, блять, у одной, и милики уже пошли другую бить. Ну, это не так должно работать. Донт, нахрена ты начинаешь двигаться, если лужи под тобой нету? Там за секунду двигаться начинать на... Че, в лужу заходим, да? Ну, давайте, го умрем, да. Начинаешь двигаться, РДДшники за тобой бегут, как эти чутики.
обзор сильный вид уже. А, мы, слушайте, не заходите, тут прям на входе уже огромное. Не заходите, пожалуйста. Ты зря встал нагло, там это, у нас огонь на всех был, ты сразу сдох. Надо было подождать. Прошла уже, прошла. Все, да. Тут новое растет еще. Не-не, это уже... А, не, все, закончилось. Типа, анимация заканчивается. Как был хайп, единственное, что вот относительно не повезло. Ну, хп-то вообще максимально быстро уходит. Что получается, у нас три БРФ КД. Да. Лакриму наглого есть. У вас убро ушел ребутать, и у вас уже час прошел, может, перекурить, отдохнуть? Я,